Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Здорово. Сегодня на студию поеду много, много писать. Передох. Прям, блядь, четко сказано, в точку, блядь, именно передох. Да не знаю, позырим. Думаю, должно быть интереснее в следующем сезоне. Легких побед уже, голода не будет нихуя. Новые прокладки Либрес ночные экстра шире спереди и сзади. И имеют дополнительные защитные барьеры, чтобы еще лучше защищать тебя во время сна. Даже когда ты двигаешься. Либрес, живи смелее. Попробуй дефьюз. Короче, будьте на связи, еще будет эфир со студийки вечерком. В Крым, да хоть где-то как он. Хоть часть. Всем хорошего дня. Гуляю с сыном. Чего найду, пизда, за что? Соединяю тебя к эфиру. Кто там мне угрожает? Давай, давай, поднимай трубку. Найдешь, пизда же мне, давай. Вот я тебя сам ищу. Давай, давай. Поднимай ебаную трубу, блядь. Посмотрю на твою ебало. Засавшая, блядь. Клавиатурный герой очкует, нахуй. Будет, будет. Не, на какую площадку? С Мелким гуляем. С Лешей будет наверняка. Мне нравится, как у нас выходит Dynamic Duo. Я очень хорошо отношусь. Ну, не к продвижению, а просто ко всему новому. В каком букинге? Ни в каком не в букинге. Я вообще не особо-то любитель коллаборационных каких-то этих объединений. Могу сказать, да, что Люгэнг, за Люгэнг топлю. Остальные объединения как-то мимо меня проходят. Продвижение. Что продвижение? Хорошее слово, ты знаешь. Привет всем. Какие? Когда первую рагу ждать? Что ты имеешь в виду, первая рага? Раг уже было миллион до этого. Что значит первая рага? Клип новый? Ну, еще неделя не прошло, как я предыдущий выпустил. Баскет музыкант всех наказал, все остальные обосрались, затихарились, в панцирь закрылись. Да и те-то, блядь, не вывезли нихуя. Вертолеты, по-моему, были, я проспал. В Сибирь. Да приеду, позову. Выходцы из Казахстана, ну... Постолько, поскольку. Ой, у нас пиздец, да, Мафон. Здорово. Ой, у нас очень жарко. Ну, в майке хожу. Подмыхиваю, гуливаю. Про Крипова сегодня, кстати, вот делал ремонт, отдирал обои и вспомнил про Крипова. Не знаю, совпало или... Почему у меня такая ассоциация родилась? Да, что-то тоже подумал об этом. Ну, по поводу всех коллабораций, по поводу всех фитов...
Блин, нравится ждать долго. Парить, ну, перегораю песни. Вот когда, блядь, только вот запишешь, я вот вчера 5 песен, допустим, записал новых. И это какого? Вот ими горишь, а потом они поваляются, что, блядь, уже как-то все, они не так заходят. Мой город. Звук на вышке, yes. Харьков, тур по Украине. Да какой тур? Куда я позову, туда я приеду. Тур, блядь. Так говорите, как будто пиздец. Желающих, блядь, пригласить просто, нахуй, в очередь. Почему только нигде не слышно? Это здесь слышно. Узи. А он что, он вообще медленно, медленно очень пишет. Быстро пишет. Вайпс карту или Сизл Колонж, песен по 20 в день. Это да. Есть талантливые парни, мы не можем... А чего ты считаешь себя талантливым? Ты, блядь, с чего это взял? Талант себе найдет дорогу. С чего ты вообще должен кто-то кому-то содействовать, помогать? Ищи свой собственный путь, выдумай что-нибудь такое. Чего уже все это? Люз Верт, ну а еще он выглядит как петух, поэтому он может и пиздеть. А те пацаны, про которых я выше сказал, они стопудово не пиздят, и они просто выпускали столько материалов. У Сизу, допустим, ну больше 100 альбомов. Твой талант ищет Вова, мне тоже кажется, он это не про себя. Играл в GTA, что угораете, что в самой первой части еще даже не GTA 2, еще даже в GTA 1 играл. Мама говорит, что я талант, ну вот к ней за продвижением тогда и обращаюсь. Какие вообще это? В Республике Коми. А что там за города? По-моему, нет. Что насчет Гуфа и Азина? Мне вопрос, не ебу. По-моему, нормально все, хороший там видос. Альбом до хера, да у него больше 100. Наверное, 200. Сыктывкар, не был. Кем бы ты был без Лехи, а ты вообще какое к этому отношение имеешь? Был бы тем же самым, просто без Лехи. На него заявку катали. Окей, я причем. Хуйня это все, ну, черный пиар, наверное. Я тоже думаю, что ни один талантливый не скажет, что он талантливый. Кто лучший рэпер на данный момент? Ну, я, конечно. Тут, по-моему, нет вообще вариантов даже. А, ну вот, да. Ну, значит, был сам, блядь, задаешь вопрос, сам отвечаешь, здорово. Был, говорит, я говорю, хер знает, что за город, говоришь город и говоришь, что я там был. А что тогда спрашиваешь? Был, видимо. Просто много это городов посещали, не все запомнишь. Тренишь сколько раз в неделю? Ой, сейчас вообще не треню, потому что мелкий и ремонт. Не запомню. Не знаю. Это наше дело маленькое. Делаю материалы и все. А там, кому это близко и так далее, это же уже не зависит. Ну, у меня есть, конечно, на это свое мнение. Точнее, не мнение, а я знаю почему. Но я вам не буду говорить, это нечестно. Потому что это все такая подноготная музыка, она вам не понравится.
концерта основной доход. Ну, если бы были у концерта основной доход, я бы, наверное, сдох уже. Что, в Москве когда качаешь? Не знаю, нет еще. Графика нет никакого, не собираюсь никуда. Здорово. Нету больше, да? Это никаких вопросов годных. Ну, мне что-то рассказать, так навскидку я говорю сейчас пока это. Ну вот, вчера написал музла хорошего. Отвечаю, прям годное. Будут жирные, а что у меня когда-то были сиплые, у меня всегда вроде музло. Забойная, уж на чё, на биты-то у меня классная мёдом. Почему альбом похуже получился, чем все остальные? Ну это абсолютно не так, гораздо лучше. Почему ты похуже получился у мамки, чем все остальные люди? Не знаю. В какого лета вы чё угораете? Не, точно. Основной доход, ну вообще со всего музла. Как называться будет трек? Какой? Да, я вчера опять записал. С Лехом, по-моему, с 2012 года. Конечно, вон, Илюха не даст соврать. Илюха, а ты готовь уже эту свою снималку. Бомбанем на ВИА. Почему Владимир Катафалк альтер-эго такой вопрос придумал? У меня водитель таджик, да я вообще в принципе на машине редко езжу. Зачем мне водитель? У меня права есть, я сам могу гонять. Ну иногда жена поезживает, когда пивка пропущу. Ой, блядь, про автотюн уж поверьте, не в дешевом плагине, блядь, делают, друзьюшки. Не на дубах. Я сейчас вот где, мимо Гришани иду. Ну, райончик тоже. Сейчас квас пью. Илюхе плати и снимет где хочет. Замути с гуфом, типа альбом 4.20. Че, дурак, что ли, блядь? Ну на одну и ту же кнопку, блядь, много раз не давит. Все время идет вперед. Ну так не очень шарю, в смысле там чинить не умею, ну так в принципе могу сказать, какая нормальная, какая нет, потому что на многих катался. Сын и дочь все есть. Нет, не на дубах, у себя на Кервилле. Там что до дубов, что до большевиков. Подобный трек, скажи, мутить. Да я никогда не мучу похожее или подобное на что-то. Я всегда все с чистого листа, под что-то делать еще что-то, под что-то. Дисгастинг. Что бы хотел пожелать молодым рэперам? Ну, побольше продуктивности. Очень мало у нас пишут молодые рэперы. Мы в их времена каждый день по треку минимум писали. Ни кроссы, ни шлепки. Сандалии. На связи, Илюх. Передам.
Тебе тоже привет. Не пробовал ли танцпольно что-то сделать? В смысле, не пробовал. Но, бля, ребят, ну перед тем, как спрашивают такие вещи, пробовал, было ли. Просто посмотрите, что есть. Я танцхольщик же. У меня очень дохуя такого дерьма. С ним у меня это дерьмо было, когда еще не то, что когда еще рэперы плевались на дансхол и вообще, а уж на хаос они вообще блевали потоком радуги, блядь. Не то, что сейчас. Я не к тому, что тогда был пизже. Просто раньше это было зашкварно. Типа мы за рэп орали, а сейчас по итогу вон что получается. Ты битло сам делаешь, ну, делаю, да. Делал давно уже. С этого и начиналось все. Книженцы топовые. Вот, книженцы топовых много. Прям топовую-топовую. Ну, а этого какого? Цветок жизни прочитай. Мельхизедек написал. Друнвало. Да никаких я примеров не привожу. Зачем? Че, вы сами не знаете примеров? Че с Бландкатом? К нему вопрос. Законфликтовали с Лехой. И, судя по всему, как бы Леха был прав. Я остался на стороне Лехи, потому что считаю, что такие вещи недопустимы в коллективе. Спасибо, да, альбом топовый, согласен. Где снимали клип, скажи? В Эстонии. В Эстонии, в Латвии, по-моему. Я их путаю, они все там для меня одинаковые. Вот эти Эстония, Латвия, Литва. Я между ними не очень вижу разницы. Но вот Таллин, это Эстония, да, вот очень красивый город старый. Алексея в Израиле видел. Ну, не только в Израиле, и прилетели мы, в Москве его еще чуть-чуть видел. Я придумал. Нет, не откажу. Курск, уважуха. Не, не скажу. Часто за рубежом клип снимаю? Да нет, никогда не снимаю. Это раз за рубеж, это же, блядь, все. Все наше. Это не за рубеж. За рубеж тоже ничего. Узнали, что тут оборачиваться. За рубеж тоже ничтяк. Там отдыхать как-то хочется. А все-таки, когда с музлом ебешься, то это получается, что это работа. Короче, как-то так. Ближайшей презентации пока нету. Жарко, да. Альбом Гуфа я не знаю еще, пока не слышал ни одного трека. Блять, курс еще глухой, я уже говорил. Да, да, баскетболист. С какого города Казахстана? Здрасте. Концерт Чебоксаров. Да, когда позовут, там и будет.
Я пока не на таких наглых щах, чтобы уебываться, куда ехать, куда не ехать. Я готов на все. Кастана, да, есть такое. Yes, yes. Какой трек, какой клип уже их напулял. Минск, да куда угодно, и Пермь, и Минск, все это здорово. Все это здорово. Да нет, нет, отлично. Меня не так сильно много узнают, поэтому меня это не парит. Всегда. Да Мигасы еще под стол даже не ходили, когда я был уже Ригасом. Мигасы — это дети по сравнению с папой Ригасом, блядь. Я-то Ригас уже 20, это и больше лет, этот батон придумал. А Мигасы, они только-только. Почему ты не такой продуктивный, как остальные? Я гораздо продуктивнее, чем все остальные. Все остальные вообще пишут по треку в год, а я, блядь, могу, если, конечно, задамся целью. Просто такой цели нет. Тебе надо свой лейбл создать. А какой свой лейбл? Нет, клип от Capital еще не посмотрел. Воу-воу-воу-воу. Казалось, въебались. Сникерс и камуфляж. Сникерс. А вы в школе, да, нормально отношусь. Вообще нету ярлыков. Новая, старая школа. Есть хорошие музлы, которые нравятся. И есть, ну, все остальное, на которое не следует обращать внимание. Нет, ни на какую версию все, конечно же, никогда не пойду. Ибо я не считаю, что музыка — это челлендж какой-то, что это соревнование. Я считаю, это просто создание вайба. Кому ближе, тот и завоевывает свою аудиторию. Ну, конечно, есть и подпольные методы завоевывания аудитории. Опять же, подноготные вам не понравятся, но зла не буду рассказывать. Почему не выкупают? Ну, выкупают, еще как. Новый клип. Да не, новый клип там больше, чем просто прогулочка. Там какой прогулочка? Там, блядь, выбраны самые охуенные антиурбанские места Питера. Там вы видели вообще локации? Мало кто заценил, на самом деле локации бомбические. Типа, цель была, чтобы было непонятно, что это вообще в России. Концерты сольные есть, почему нет? А то, что массу не выкупают, так это льстит мне. Я что, это как на уровне масс, что ли? Я, естественно, гораздо выше. Это моя жизненная позиция. Кому надо, тот выкупает, интересуется. Я просто и не навязываюсь. И, ну, в общем, говорю о такой информации, которую, во-первых, не каждый даже может понять, какие вообще слова произношу, а уж значение догадываются очень немногие. Поэтому просто вы увидите, скоро слова, уже все слова истаскались. Нужны новые слова. У меня самый богатый банк рифм, поэтому как бы у меня гандикап на очень долгое время, чуть ли не пожизненный. Там еще даже близко никто со словами так не работает. Трек «Файтинг» он сводил, такого нету трека. Купил кофту, я ее сам сделал, что ли?
Петрюком. Общаемся. Общаемся. Ну, жизнь — это файтинг, да, нет такого трека. Фит там с типом. Это платный фит, сотка на кармане зажелестела. А трек старый, чуть-чуть там изменил. Слова, мелодию. Знаю ли я Серегу? Знаю, конечно. Почему на ВК-фест не выступаю? Нет, они не звали. Познакомился с Шенко, ну, через интернет. Погода, да, жарко, вот в тенечке. Съебаться. Илья — это клипмейкер мой. Илья Арятьков. Самый лучший клипмейкер в мире. На рэп-заводе был не раз. Как относишься к ЛСП? Чего это? АТЛ, ЛСП, как-то последовательно, конечно. Нормально отношусь. Знаком. С теми, с кем знаком, и рукопожатием, как можно плохо относиться. Кому плохо отношусь, руку не жму нахуй. Будешь судить, ты был уже, я же говорю. Был и не раз. Мимо Косвороговского дома иду. Тут вот татухи бью у него. Давно уже ничего не делал. Год, наверное, ничего не делал. О, Визин. Братух, медленно ты догоняешь всю эту тему. Тебе еще придется все остальное подолгу слушать в таком случае. Приезжай на гражданку. С Мезой есть фит. Нахуй мне на гражданке делать? Че? А ты кто? Нахуй мне с тобой встречаться и за этим ехать на гражданку? Ты смотришь YouTube? Ну, кстати, не, видео я не очень. Я только так, баскет. Ну и то, когда идет. Сейчас даже летнюю лигу ничего не смотрю. Ни Биг 3, ничего. Клипы вообще никогда не смотрю, блядь. Мне угнетает, что надо сидеть и пялить, блядь, не двигаясь, и смотреть видео. Мне вообще клипы не нравятся. Я не смотрю клипы. Слушаю музыку в наушниках, что-то делаю и... И в наушниках, и в колонках, то есть можно что-то делать еще параллельно. А клипы, да лучше книжку прочитать. Есть пиздатые клипы. У Coldplay, Up and Up, что-то такое. Ну, есть такие прям бомбические. Раньше делал-то неплохо, теперь очень плохо. Да это, видимо, не во мне дело, а в тебе. Ты, наверное, стал грустным и невосприимчивым. Нравятся мне такие ваши эти провокационные попытки вопросов, которые абсолютно как бы такие плоские. В одно действие это отбрасывается все. Если вы как бы еще думаете, что у меня какие-то там, блядь, по поводу того, что у меня не миллионные подписчики, что я флексю по этой теме, ну, как-то меня это расстраивает, то это меня абсолютно расстраивает. Я намеренно изначально пошел по этому пути. Вот, видишь, даже тот, кто заходит посмотреть, не понимает, в чем смысл трека, сникеры, камуфляж. Поэтому... На миллионы я даже не рассчитываю. Просто они не в силах понять такие вещи. Брат, ты не понимаешь смысл трека «Сникеры и камуфляж», я не знаю даже, что тебе сказать. Тогда просто отпишись, не слушай остальные, потому что там просто все. Когда трек, лупс которого... А, ну, очень не скоро еще.
Какие-то я еще буду выпускать темы, ну там клипец, вот планируем с Илюхой еще один, а это как его, с Вантосом, да, с Кумурчуком потихонечку, ну так, редко очень, как ты пишешь тексты, долго, по частям, конечно. Я, по-моему, мне по-братски скидон делают, а вас ебет наши взаимоотношения деловые. Ничего по этому тему вообще не говорю. Денег на жизнь хватает. Хочешь скинь еще. Денег много не бывает. У вас что, тепло? У нас не то, что тепло, у нас пипец какая жарища. Тридцатки. Не было. Ну какое, какие концерты, блядь, летом в такую жару? На студию ты хер съездишь, там жарко. А на концерты ходить, ну, либо в какие-то надо альтернативные, там, корабли, мурабли, не знаю, что-то такое. Ну, и сейчас все в отъездах народу не будет там, поэтому летом ничего не делаем. Нас, да, офигенно. Если идеи норм есть, какие-то эти, да. Выставляешь сразу мне какие-то рамки. Если нету. А что с Гуфом? Ну ждите тогда просто Лехи на сольные треки. Сколько можно фитов делать? Ну, какой смысл просто это? Если вы хотите слушать, типа, вот Ленина, Ленин Ставчик, слушайте Ленин Ставчик и смотрите его инстаграм и задавайте по поводу него вопросы. Ты один, наверное, там и ждешь, где там. Жив, здоров, без докторов, да, и без больнички. Да я, по-моему, уже со всеми фиты практически сделал, с кем хотел. Возможно, замутить в баскет. Ну, приходи на площадку, если я буду там поиграть. Ты в батле силен, смотря в каком. Еще неизвестно по концерту в Йобурге. А что там? Должно быть известно. Спасибо. Что-то не видно, да, меня? Или видно?